что, курс меряешь? Фарватер прокладываю. Mm. Друзья, всем привет, с вами детский капитан. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзьяки, Липован. Попрошу не путать. Не, Катюня, я же сегодня засаживал по полной программе, чтобы ты понимала. Я в курсе. Пока ты там «Сны про Черное море» смотрела, я в полный ход или тихим ходом, короче, потихонечку Майя засандалил Ивановна уже. Майя сказала, что нужно очень плотно засаживать эту траву, потому что подсевать очень сложно. Ты... Майя Ивановна, я агроном по профессии. Мог бы быть. Да. Дилетант. Но что-то я запомнил. Катя, там мне сельхозтехнику преподавали два раза подряд. Серьезно? Ой, два раза подряд. Два года не вынимаю. Короче, что-то такое, понимаешь? Угу. Да, я посевную знаю. Я тебе же не рассказывал, что у меня вот там на тракторной бригаде главный агроном даже Иван Иванович хвалил. Нет. Иван Иванович крепкого здоровья. Угу. Хвалил, говорил, Сережа, вот как бурсу закончишь, сразу к нам. Все поля для тебя. Угу. Ну, меня Одесса поманила. И, эх ты, говорит Липованчик, спой людям для настроения. У самого синего моря со мною ты рядом со мною. И солнце светит и для нас с тобой целый день поет прибой. Огромное небо над нами. И чайки кружат над волнами, и солнце светит, и для нас с тобой целый день поет прибой. Эх ты, трактор! Лучше я буду песни петь. Катенька, Майя Ивановна, вот все люди, которым интересен огород, я сделал все правильно, слышишь? Но мне не хватило две пачки, так что поедем еще в агромаркет, а в агромаркет обязательно, и еще две пачки купим. Я таки здесь сделаю красиво. Ой. Ты слышишь? Скажи мне, она ты будет... мне со своим огородом дай что-то людям приготовлю. Тем более такой сегодня шедевр. Что ты говорила? Она будет расти без того, что без капельного полива? Вот меня только это интересует. Все будет. Хорошо. И ходить-то можно будет? И лежать можно будет. Не, лежать мне такое. И загорать раздвину в ляжки. Вот что хочешь, елки-палки. Все будет нормально. Люк, а он мне помогает. Да, я вижу. Я засаживаю, а он бегает и перекапывает. Я засаживаю, а он бегает и перекапывает. Катя, я еще раз тебе напомню. Пошли давай бегом сюда. Нас ждет, точнее, друзьяки, вас ждет удивительное двухдневное видео, елки-палки. Сегодня будет очень долго. Что хоть не недельное. Угу. Пошли, Сереженька. Слышь, сядь, покатайся, успокойся. Короче, вот то, что мне Саня передал, окорок вот тот огромный. Сколько мы его мерили? 15 килограмм? Угу. Такое рискованное ты делаешь дело. А я чисто для моряков. А моряки, они такие рискованные, так что, ребята. Баб Катя на работе? На работе. Баб Кать, доброе утро. Ага. Вот всех моряков, кого будете сегодня видеть на привозе, всех поздравьте с праздником. Каким? Да никаким, просто поздравьте. Ага. Целую, чуть не забыл. Вот же, блин, вот же воспитание. Оператор, ты обалдеешь, ёбовы ты ГД, мама дорогая, это ж надо тебе такое счастье, а ну-ка выходи. Ой, хули гостей каких-то надо позвать. Что? Катюня, это какой-то шедевр, прямо окорок, ты понимаешь? Да, конечно, понимаю. Вот это да. Короче, готовить будем сегодня одним лотом, прямо целиком, да. Вот полдня до вечера буду варить аккуратненько, а завтрашним днем будет готовить гриль. Сейчас такой саламур придумаю, у меня к тебе разговор есть. Да. Серьезный, как никогда. Мне надо в жертву принести банку помидор. Нет, даже можешь меня не спрашивать. Так и знал. Хочешь, вон воду возьми вот эту из-под помидор. Рассол? Да. Так мне рассол и надо. Я сегодня хочу в луковый ден. Ну хорошо, вон у тебя... В луковой шелухе, короче, рульку мы уже готовили в пиве. И в афганском казане готовили, как мы ее только не готовили. В луковой шелухе и в рассоле мы еще не готовили. А ты уже почистил? Что, кого? Луковицу. Лук? Кать, да что его чистить? Берешь, дочистишь, споласкиваешь и понеслась. А что с тем луком будет? С каким? Вот который ты почистил. С почищенным? Да. Суп тебе приготовлю. Луковый? Да любуковый, елки-палки, любой. Ты имеешь в виду, не испортится ли он? Ну, конечно. Катя, это мы же из него готовим, елки-палки, ты что? Как он может испортиться? Я сейчас делать буду компот. Я что еще хотел сказать? Ребята, где вот тот маленький казан? Эх ты! А куда я его убрал?
Ну то маленький. А, там, короче, под люкобудкой. Люк, не переживай, это я. Это я, твой капитан, ёшкин ты кот. Засосала. Короче, чтобы вы понимали, вот этот малыш, помощник мой, вот этот малыш на 30 литров, вот этот казан, век на лодке не кататься, а ну нагнись, оператор, тебе полезно. Посмотри, пилов узбекский на 80 литров. Это, я не знаю, но это уже казан-легенда, сколько мы в нем уже переготовили в ресторане. И мне пришлось его сюда немножечко припердолить. Угу. На время. Да, к нам в Грослебенталь, да, чтобы приготовить этот шедевр. Эх, ты опять запачкался. Ну да ладно, отмоемся. Я рульку приготовлю и обратно его в город отвезу. Отрулю. Отрулю, да. Там кому интересно, ребята, вот это вот, все вот такие вот шедевры. Эх ты, Катюня, не успел перчатки одеть, уже запачкался. Все вот эти шедевры можно найти в Афган Казан. Кому интересно, ссылочку оставлю под описанием видео. А вот вам сразу телефон Тани. Звоните, и будет вам счастье. Там и такие казаны. Ну, вот такие, чтобы вы понимали, не всегда есть. Поэтому, даже если нет, можете в очередь стать. Потому что такой в хозяйстве надо. Настоящий. Мы его с Маратом еле-еле вдвоем. Мне кажется, для семьи вот того достаточно. Куда такой огромный людям? А может, у людей тоже есть ресторан? А, ну, это уже... Поняла? А может, идея какая в голове? Может, люди хотят тоже что-то готовить для людей? Ребята, готовьте, и будет вам счастье. Так, водичку. А артезианскую. Ты этот таз как-то не по назначению используешь? Как раз это по назначению. Ноги в нем мыть не по назначению. Понимаешь? Mm-hmm. Ноги можно и в цинковом помыть. Там, в пластиковом. На края шланга окатить. Ванны уже придумали, ёшкин ты кот. Если очень воняют, то можно и в унитазе помыть. Не в этом счастье. Ну, ванны это самостоятельно уже, пожалуйста. Да. А вот это вот чудо. Пищевое. Ты посмотри, какой он красивый. Ёшкин ты кот. Настоящий. Тут ребеночка покупать. Тут колик есть. Вот это плохо, Сережа. Я думаю, что вы без колика купили. Катюша, это родимое пятно. А в этом тазике ребеночка покупать. Варенье, он тебе на барахолочке подсказали, с вишней без косточки сварить. Клубничное, в конце концов. Это же шедевр. Слышишь? И все-таки Одесса. А ты не очкуешь, что у тебя упадет этот столик, развалится? Катюня? А. Я лучше перебздеть, чем не добздеть. Я подстраховался, ты посмотри, какую конструкцию сделал. Да. Мне же этот столик дорог, это же Людочка подарила, поэтому я перестраховался. Ну, конечно, очкую. Мы что-то так еще не готовили, чтоб, не дай бог, не треснул. Ну, вроде бы все нормально. О, уперлось, давление все-таки пошло на него. Да. Да нифига, я тебе говорю, что мы вдвоем его не несли. Не знаю, сколько он весит. Ты посмотри, чугуняка настоящий, на мангалске. А, до машины вы несли вдвоем? И с машины, и до машины. Эх ты, Катюня. Что, Сергуня? Процесс пошел, засекай. Сколько там? А, это я еще не научился. По солнечным. Ё-моё, он на 80 литров, сколько же здесь воды? Сколько ты? 4 тазика вылил? 4. Ну, так а сколько в тазике? Не знаю. Так, с чего начать? Со специй. Ух, их сегодня много понадобится. Я еще что хотел сказать. Саня ж, братуха мой, передал сало. Свеженькое. Угу. А я когда эту ногу поварю, следующим рецептом приготовлю тебе такое сало. В этой же воде? Губами можно есть. Это не вода, это саламур будет. Это будет нектар. Но в нем молодости. Же? Да. Подварю трошки. Считай, что уже саламур готовчик. Потом натру, а дальше увидишь. Так, кориандр. Я не знаю, короче. Тут, наверное, надо все отправлять туда. А нитр туда. Тебе не надо засунуть? Надо, но не сейчас. Смотри, вот это я буду готовить. Ну, процентов на 60. Поняла? А может, даже на 50. Вот только кость прогреется. Угу. Все, дальше сделает уже этот. Поехали. Ребята, громовка, как говорит Марат, очень важна, но не в этом случае. Кидайте сюда, туда все, вам, все, что вам не нужно, наверное. Сюда надо все и побольше. Перец черный был? Нету. Кориандр? Марата любимый. Вот такая вот жменя и немножко отлипована. Бздынь. Вот это да! Горчица. Вся, что была.
все сюда. Так, душистый немного, но весь пригодится. Лавровый лист. А ну, где у меня там было? А ты прям всю веточку туда. С привоза. Кать, давай. Да я не то чтобы всю, я аж прямо не одну положу. Вот так вот. Слышишь, у тебя прямо чан. И вот так вот. Да? Чан. Так, стоять, чтобы я ничего не забыл. Перцы два. Оно будет... Которые вчера в кармане продержал. Вчера под лося так и не попробовали. Забыл. Спать ложусь, думаю, что за дела, елки-палки. Что ты чувствуешь? Что за расчленение, короче, достаю два штуки. Эх ты. Так, быстренько, что я вижу. Ну смотри, здесь я буду давать элементарное и рассол. У меня этот остался рассол из-под тех помидор. Угу. Джессики Тамаровной. Вот я его весь сюда и плюхну. Так, Сережа, оставь мои помидоры, они испортятся. Катюша, я сделаю красиво. Как? Слушай, это своим аппетитом они не испортятся. Джессика Тамаровна написала, что у нее еще остался этот саламурчик рассол. Она пришлет тебе отдельно полведра. А что ты будешь делать сейчас? Я сейчас достану помидоры, чтобы ты их кушала. Завтра Марат придет, будем вместе запекать так, эту ногу. И вы съедите. Вот бери вот ту баночку, подожди. И туда запихивай помидоры. Я хотел по-другому, но давай будет, пусть будет по-твоему. Мне нужен этот волшебный саламур. Хорошо? Не знаю, хорошо ли. Сейчас я посмотрю. Катя, это будет еще хорошо. Дай помидорку. Помидоры будут в безопасности. Да, с тобой будут. Это как раз с тобой они не будут в безопасности, а со мной будут. Я вчера не одной. Ты видишь, какой порядочный? Все для Маратика, все для Светы. Так. Хотя Свету вчера опять не угостили. И все-таки Одесса, Одесса и остается. И нет такого места, где есть такое солнце, где есть такое что море. Что ты делаешь? А в море парус белый. И если б не было бы Одессы, что бы я делал? Мадам, вот я сейчас скажу чисто по-одесски. Угу. Вот сидите ровно на жопе и не дергайтесь, и будет вам счастье, слышишь? Те, пожалуйста. Пока я не позвонил в одно место, не приехали сюда уважаемые люди. И что? А вот эту дай мне, не надо. Ёхарный бабай, на. Она такая слизенькая. Ой, ой, ой. Катя, вот ты звезда и рот твой нормальный. Ай-яй-яй. Смотри, а это какая? Мама дорогая. Это породистая, ты поняла? Ох и шикарду. Дос. Слышишь? Но это не влезет. А что, ты думаешь, что банки разные? Все, Сереженька, тебе уже положи на тарелочку, не мни их. Я специально эту банку приготовил. Я хотел, поняла? А потом, эх, ты. Скажи мне, а в этой банке моя доля есть? Да. Ну так а если я ее хочу туда испортить? Сережа, лучше я искушаю твою долю. Нет. Ну ты хочешь помидоры положить вот в этот казан? Катя, я хочу... Ты же помнишь, как мы готовили? Все, что готовится в рассоле, хоть шашлык маринуется, все получается песня. Джессика Тамаровна тебе пришлет рассол. Ну так я попрошу еще Саню, у него вторая нога осталась. Пусть еще одну ногу вышлет. Да. А когда ты Джессике Тамаровне ноги вышли? А что у нее с ногами? Ну вот эту свою приготовлю. Это ж чистое счастье. Ой, дай вот эту розовую. Вот Катя. Уже такое просто. Ну что, четвертого ждем? Не знаю, может и ждем. Ёшкин ты кот, ты что? Смотри, бестормозованно. Джессика Тамаровна, спасибо огромное за этот нектар. У меня сердце обрывается. Так, это вот есть. Помидоры твои. Закрой крышечкой. Сейчас, да, я что-то лишнее выкину. Чеснок не имеет смысла сюда кидать. Потому что я потом буду его пихать в сам окорок. Поняла? Я как думаю, знаешь, меня аж именно аж бабах-трах-бах. Вот такие ощущения ощущаю. Дай бог каждому. Аж ночь у меня будет. Как придумает что-нибудь.
Ну, я вот, например, про казан он мне ночью рассказывал. Я поеду завтра с утра за казаном, привезу его. Чтобы не забыть на утро, понимаешь? Сны-то они такие забываются. Так. Шелуха сюда, цибуля сюда. Сейчас ее сполосну и тоже туда отправлю. Ты представляешь, какой цвет будет бронзовый? Я думаю, что если бы ты у мамы попросил шелухи, она в тебе маленько отсыпала бы. А потому что мне это только сейчас в голову пришло. Она всегда собирает на пасхальные дни яички красить. Слушай, ты мы по базару ходим, у любого попроси и отдали бы. Люк, Люк, где твой мяч? Вы что, потеряли мяч? Он его сгрыз. Где сгрыз? Вот этот резиновый. А, он его нашел. Это я ему нашла. Я его положила туда, к Деду Морозу. А вы, смотрю, все эти дни не брали. Так, не брали. Я думаю, что он гоняет по огороду, что дурной. В поисках. Не может найти? И найти не может. Мой глюзий мальчик. Ты со своим Дед Морозом этим. Ты мой мальчик любимый. Мой. Мой красивый. Дай мне мяч. Ну вот, упал. Люк, ко мне. Скажи мне, как его отучить? От чего? Давай. От вот этого вот ночного будильника. Да, я быстренько расскажу душетрепещущую историю. Короче, уже вечером, все дети спят. Миланька спит, уже успокоилась, уже Катюшка даже уснула. Ага, я, как обычно, отец семейства, позже всех. Часа в 2-3 ночи. Иду ложиться спать. Уже помонтировал видео, сохранил, поставил загружаться на YouTube. И иду со спокойной душой спать. Этот чудик лежит под кроватью, слышит меня, что я захожу, и начинает хвостом. Ну ладно, это в одну сторону нормально. А второй-то частью он бьет по кровати. И такой грохот, тишина. Радуется ребенок. Миланя только раз встала, и пошло-поехало, короче, вот так вот, как обычно до утра. Может, ему хвост к ноге привязывать? Нет, Сережа. На время. Не, ну потому с что... С приобретением это, собаки ты получаешь вот именно потому то, о чем что ты рассказываешь. Это счастье, да, неподдельное, настоящее, да? Люк? Ай, красавец. Вот боженька уши подарил, да ты шо? Шикарный вид. Ты что, снимаешь до сих пор? Да сделай паузу, дай немножко с Чиполлино тут поразбираюсь. Давай. Почищу, дело такое. А у меня мама, знаешь, кем работала? Кем? В совхозе. Ходили вот так вот в холодильнике и перебирали картошку. Да? От усиков, да. И лук перебирали, чтоб не гнил. Слышишь, а там такие вот этот, как сейчас помню. Ангар, заходишь, да? Такой аромат ни с чем не перепутаешь. Такого, знаешь, себе подгнивающего лука. Ангары здоровые, да. И вот все в цибуле. И вот они становились, там вот ручками все это перебирали, постоянно так вот делали, да. Картошечку. Слышишь, сидит тут. Счастье наше. Что, тебя не выпускает? А, Монечка. Монечка, иди сюда, покажись. Монечка, мальчик красивый. Куда пошел? Куда пошел, спрашиваю. Нельзя. Монька. Кс-кс-кс-кс. Вот хитрый кот. Мяу. Ты же не собака? Заходи внутрь, давай. Ты дрессировать когда его будешь? Кого? Моню? Куклачев, ты в женском обличье. Моня, мальчик. Моня, заходи, давай. Давай, иди. Опа. Давай, красивый хвост. Оператор, а ты не помнишь, почем лук на базаре? 40 гривен. Серьезно? Угу. Тогда что получается, вот этот гривен по 80 может улить? С такой красивый. Все, бросаю красивый в бизнесмена, пойду. Лук купил, почистил. Мало того, что навар, так еще и шелуха остается дома. Я не думаю, что захотят у тебя такой лук покупать. Договоримся. Сережка, у тебя так, почти любовь закипает, моя. Ты слышишь? Миланька, не расстраивайся. Уже как почти? Ну вон, смотри, какой пар идет. Да ты что, так это ж горелка у матовой, елки-палки. Все, смотри, какая шелуха красивая, а? Помытая. Прям бронза.
неоднократно. Так, давай. Так с водой бы выливал. Да не, не надо, тут воды достаточно. Все сюда. Слушай, может, сделаем мексиканское сало? А? Они там в Мексике, наверное, не знают, что они сало любят. Это какое? О, Миланя согласна. Какое? Острое, перченое. У меня же специи есть? Крабовые? Хорошие от Галкина. Не-не-не. Так, все собрать. Вот, Миланька, скажи, весна началась. И все соседи засуетились, поэтому спать теперь ты будешь реже. Миланя, скажи, я не буду реже спать. Покой нам только не снился. Не буду реже спать. Нет, так. Не буду. Что там папа делает? А что это у тебя? Это? Да. Соль. А где ты взял? Кать, какая разница, добыл, елки-палки. Сколько? Да ложек 7 надо хороших. Раз. Сейчас, Миланя. Два. Она хочет помогать. Три. Четыре. Пять. Шесть. И 7. И шо? Шикардос? Ты же все положил? На данный момент, да. Одуреть. Согласен. Сейчас, да, это все быстренько вот так вот размешаю. Миланя, тут у него такое, такое. Все сюда. Все, ребята. Быть добру и приятного аппетита. Таки да. Поехали. Поехали. Тык-т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 ык. Накатались? Миланька, хочешь песенку тебе спою? Жизнь несется как волна и швыряет нас она вверх и вниз. Все на свете может быть, только как же не любить эту жизнь? И уже не меркнет свет, и уже печали нет, нет обид. Впрочем, что ж мы тратим пыл, где ты видел, чтобы ныл одессит? И все-таки Одесса, Одесса и остается. И нет такого места, где есть такое солнце, где есть такое море, а в море парус белый. И если бы не было в Одессе, что бы я делал? Моя-то одесситочка маленькая. Детки, будьте нам здоровеньки. Живите весело, в припрыжку. И родители ваши будут счастливы. Пошли погуляем. Звезда моя Сергеевна, идем. Шо, забрал мячик, ай-яй-яй, зато ты ему бублик не давай. Пошли. Катюня, а где этот корм, комбикорм? Давай птиц кормить. Люк, нельзя, не забирай у нее бублик. Я не знаю, мяч бросил. Ну да, бублик-то важнее. Нельзя, не давай ему этот твой бублик. Эх ты. Балдеж. Я тут лук-шалот посадил на перо. На перо? Да. А разве шалот на перо сажают? А, смотри. Сначала вот на перо. Это что, лук уже? А? Где? Это крокус. Лук. Точно? Это маленький крокус. Нет, растет. Это лук. А вон еще. Это тоже крокус. Ничего себе, сколько у нас. Вот это крокусы. Их очень много здесь по огороду. Да. Их надо потом будет подкопать и, наверное, в одно. Идем, место... я тебе покажу. Иди сюда. Идем, маме покажем. Экскурсию устроим по огороду. Смотри, еще утром не было. Обалдеть, как быстро. Ты бачишь? Он к вечеру... Люка, ну не лезь сюда. Он к вечеру уже расцветет. Вот быстро все происходит. Ёшкин ты кот. Красивый какой. Картина маслом, да. Ох, и шедевр, ёшкин ты кот. Друзья, оператор. Ушла Миланью
кормить. А я быстренько что-то возьму и добавлю, потому что она мне не любит там острое. А потом говорит: ой, боже мой, как ты вкусно приготовил. Вадик, спасибо. Израиль на проводе, смотри. Вот это вот огонек, перец. Это прямо вот такую вот сильно хорошую жменьку добавим, потому что это блюдо должно быть такое. Чтоб губы нет-нет дощипали. Бадьян, он же анис, свинина это любит. Вот так вот раз. Хватит. Ну вот как такое иметь и не добавить, а? Все. А вот теперь для бульона этого достаточно. Все остальное сделать гриль. И американские специи. Ох и барбекю, ешкин ты кот. Слышь, таким потом на самом деле, если ноги сполоснуть, то ни варикоза не будет. Я думаю, что и ногти перестанут расти. Будет шикардос. Что, ты что-то покормила? Катюня, я же хотел, короче, я уже без тебя там пару кадров снял. Ну хочется же людям передать весь этот цимис. Я смотрю, что у меня имбирь лежит, не этот. Ты, как это, свинину по-тайски пробовала? Боже, Сережа, ты уже туда попробуешь. Все, все накуховарил, да? Катюша, свинина не то чтобы все стерпит, она все это любит. О, целый кусок упал, ничего, пригодится. Уже закипает? Ну, нет, нет, да, где-то... А, смотрю, эти положил, звездочки подкручивает, туда. Бадьянчик положил, да. Слышишь, а ты я будешь еще... шум снимать? Подожди, что-то я еще увидел. А, вот. Корицу. Гвоздичка, палочку корицы тоже сюда можно. Свинина это все понимает. А, вы же там вчера разговаривали с Маратом. Женская нога или вот мужская? Вот. Да. Ты чем руководствуешься? Интуицией. Я Сане так и не позвонил. Так, ну вроде бы все... Что это, барбарис, не надо. Так, ну теперь... Ну теперь-то точно, Владимир. Что, да? И все-таки Одесса, Одесса и остается. И нет такого места, где есть такое солнце, где есть такое море, а в море парус белый. И если бы не было бы Одессы, что бы я делал? Ой, даже не знаю, что бы я делал. Эх ты, да ничего бы не делал бы. Все равно в Одессу бы приехал. Эх ты, мама дорогая. Сережка, вечереет уже. Не пора ли нам? Следующий раунд. Точнее, очередное, их еще будет много. Готовимся потихонечку, Катюня. Сколько времени, не знаю, но уже... К 5. Солнцем и не пахнет. Да? В 11 да. Начали. Сколько? 6 часов. Ну, нормально. Как я и хотел. А ну-ка, ребята, оператор, замри. Ловите по аромату. Где вода? Ё-моё, бульон. А потихонечку растомился. А ну-ка, Катюша. Так. А, горячая крышечка. Слышишь? Шикарный вид, йо-йо-йо-йо-йо, а ну-ка. Ты видишь, какой он кристальный? Ну как кристальный? Золотой. Да. Катюня, здесь есть все, короче, кроме яблок, походу. Странно. Вот это мы бульон бахнули с тобой. А? Шикардос? Я бы не назвала это бульоном, Сереж. Вот это красивая такая шкура там. Да? Угу. Китайская? Ухо мягенькая какая. Кагатенько будет просто бесподобно. Ну дай-ка я аккуратно загоню. Митр пока не надо. Попробуем вот этим вот загнать. Что показывает? Смотри, 50 есть. Готовность? А, уже готово, наверное. Там не надо, чтобы вот так вот и было. Смотри. При скольких градусах свинина готовится? Катюня? В моем случае она еще не готова. Я вот так вот и хотел, чтобы это было. Чего ты ржешь? Жалко, что я фильмоскоп не подняла на твое выражение шо? Лица. Что за стыдобище такое? Все твои глаза и губы говорили о том, чтобы я замолчала. Во-первых, я не на экзамене. Во-вторых, для чего? Если бы я здесь доготавливал, я бы тебе сказал. Но она здесь еще не готова. Мне надо, чтобы она была готова ровно вот настолько, насколько она сейчас есть. Переворачивать надо?
Ой! А! Да не очкуй! Все будет нормально. Фу, сколько жира. Как это? Тебе повезло, что у меня руки заняты. Как ляпнул бы аккуратненько по... Луснул, называется. По языку. Ай-яй-яй. Ты посмотри. Вот я не знаю, как теперь... Достать? Мне это все, чтобы не уронить. Лопатки погнутся. Слышишь, может, тебе нужен какой-то домкрат? Да не ржи, звезда. У ребенка там есть... Мне помощь нужна. Так что мне сделать? Держи ногу. Каким образом? Руками. Серегу позови. Вот ты ешкин ты кот. Короче, дилемма у меня. Лопатой давай, уличной. Как теперь? А ты для снега купила? А? Для пиццы лопатой. А, нет, та погнется. Сейчас, подожди. А может, у тебя вилы есть такие большие? Наткнуть и вытащить? Я могу этими. Это ты запачкаешь красивые перчатки. Это совсем неправильно. А что мне в них? По дерибасовской выжигеривать? Сереж, а потом бы горшочки будешь этими руками брать. Катя, ты успокойся, елки-палки. Как мне туда перепить? А вот тут у тебя нет лопаток таких железных? Такие, которые накалывают. Наколют. О, не обзовелся еще. Есть такие лопатки. Есть другие лопатки. Давай два шампура загоним, и ты его как бы вытащишь на ручках. Не совсем правильно ты сказала. Чего это шо? Не совсем правильно? Сижу на нарах, как король на аменинах. И паньку серого мечтаю получить. Лежу, как сын. А может, на топорик ты его вот так вот хрясь и туда? И на топорик раз и на плечо. Я навсегда готов свою получить. А ну хватит подсказывать, Катя. Да, я сейчас сам найду, что мне надо. Я тебе говорю, воткни два шампура и вытягни. Лежу, как сыча в окно, теперь мне все равно. Вот так задачка. Успокойся. Успокойся, я сам сейчас разберусь. Баб Алло, баб Катя, что делать? Как свинью оттуда достать? Как? Не-не, так не надо. Ага, все, целую. Говорит, дай ему под хвост, он сам выпрыгнет. А люди говорили, Серега, вилы тебе надо копать, понимаешь? Ну так вот я ж тебе об этом же. Ну так у меня нема вил. Ёшкин ты кот. А что ты не хочешь два шампура засунуть? Катюша, я хочу, чтобы ты помолчала, а я потихонечку подумаю. Потому что у меня... Мне кажется, что у тебя ничего в голову не идет. Потихонечку думать не получается, сразу хочется песни петь. Да подожди, у меня же здесь где-то было. Поварешка, топор, все не то. Что-то... Слушай, у меня есть еще одни нарядные перчатки. Давай я их испорчу. Ой, ну я не могу на это смотреть. Слышишь? Я расстраиваюсь. Да я как гусар, ешкин кот. Ты что? Они такие чистые, пухлявые, хорошие. Постираешь их. Ну, не порти, Сережка. На, ты, пожалуйста, не смейся. Нет, держи, я не смогу. Одной рукой. Нет, давай, нет, а я накину. Даже не рассчитывай на это. Вон на бочку ставь. Стой, тут уже ты, спасибо твоей икебане. Вот я уже ее потихонечку разобрал. Аленочка, вы не перестаете нас выручать. Мало того, что такие шедевры делаете. Смотри, не заляпай мне. Да успокойся. Я просто... Саня, что ж ты мне, родненький, ляжку передал, а чем доставать не передал? Так. Смотри, чтобы оно не ляпнуло туда, и ты не обжегся. Катя, да не гундось ты под руку, ешкин ты кот. Ну как не гундось? Ну вот как есть, только не гундось. А ты уже прям искупался в этих перчатках. Ёперсете. Аккуратно. Фу. Сережа. Елисейка. Вау, это не то слово. Мамонта. Я копала, опа, 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 берегись. Я копал огород и выкопал, короче. Артефакты, понял? Да. О, вот у меня есть нормальный человек. Что не скажешь, все в радость. Шо, баллончик, слышишь? Как будто бы вообще ничего не израсходовал. Катюня, а. Сало есть? Да.
Ты хочешь прям сразу? Я просто думаю, чтобы людей сильно не нагружать, короче, а бахнуть. Смотри. Я просто думаю, оно же уже кипит. А мне-то надо его всего лишь подварить. А саламур я к нему сделаю отдельное. Короче, ребята, не знаю, как повезет. Или в одно видео все попадет, и рецепт сала. Или же как карта ляжет. Он и так не вылезает из своего гросс-либенталь. Так, походу, уже вообще не собирается выезжать отсюда. Это копченое, это не то. Сереж, закончи с ногой. А где ты сало делала? Я не трогала. Собаки украли. Вот это будет нехорошо. Украли сало! Или Марат увез. А может, здесь в гриле? У нас же холодильника нет. Поэтому я все прячу. А, есть! О! Так я еще и колбасу сварю, ты поняла? А кто это все кушать будет? Катя. Ну чего не заморозить-то колбаски? Мне главное приготовить. Чего не заморозить? Ты посмотри, какое. Оно и так мягенькое, шикардос. Раз, сюда. Катюша, я вот то, что я готовлю, вот это вот. Но если повезет, мама отсюда попробует. Все остальное я отправлю, мне есть куда. Поняла? Дай приготовить. Сани обратно верну. Шматочки с салом. Тут вообще все элементарно и просто. Его надо буквально, не знаю, там минут 15. Люк, тебе здесь не достанется ничего. Можешь не облизываться. Минут 15 я его подварю. Все, а потом натру, сделаю такую себе чесночную заправочку и в холодильничек. И будет вам счастье. Смотри, какая колбаска домашняя. Катя, а зачем ее варить? Саня сказал, ее варить надо. Ее надо немножко подварить. Угу. Потом она, понимаешь, остывает. Вот то, как на базаре продается, на привозе. Холодненькая. Все. Вот так вот сюда и вот сюда. Все. И бульон по-хозяйски пригодился. Я вообще думаю... Еще что-нибудь сварить. Та, Катюня, ты его пробовала? Нет, я не. Ребята, хочу. Из того, что не попало в кадр, я когда его пробовал, мне не хватило сахара. И я сюда хороший килограмм сахара добавил. Вот теперь это получилось настолько сбалансировано. Можно холодец заливать, вкусно. Да? Да не, холодец не будешь заливать. Я думаю, что можно еще за салом бегать не один раз. За свежим. Варить, варить, варить. Потом его там, не знаю, подводить, коптить. А да что угодно делать. А чего? Наделать. Взять курочки теперь, потом туда положить, подварить. Вот тебе холодец. Бадянга с дикой корицы. Перчик все-таки этот с Израиля хороший. Угу. Сладкая. А саламур? Думаю, что за кислинка ярко выраженная? Это саламур, рассол из-под помидор. Так, Катюнька, вот это, ну не знаю, ну минут 10-15. А потом? Все, потом также надо будет его охладить. Угу. И натереть его, да. И закоптить. Да не обязательно. Натертое сало, соль, перчик, чесночок. Давленный, поняла? Да, да. Втираешь в пленочку пищевую в холодильничек. Это как на работе у нас подают, да? Там в разных местах. Колбаска. А колбаску, я думаю, что можно уже потихонечку достать. Прям змеюка какая-то. Достать, также ее охладить и потом на гриле довести до путя. Короче, фантазирую не хочу. Ох, и сегодня прямо я даже не знаю. Блюдо аппетитное со всех сторон. Слушай, этого чудика будем ждать, чтоб остыл. Катя, такой шматочек мяса, я просто немного зачарован. Сколько я там считал? 6 часов мы его варили. А? Интересно, сейчас сколько оно весит.
А готова ну, уже? Не знаю, или... Что? Маленький кусочек. Ой. Беленькая. Вот был бы я как Марат, меня бы уже Кондрат взял. Ну что ты лезешь раньше времени? А так-то мне без разницы. И что? Так вкусно. Только перченая. Я тебе сказал, что будет нарядно. Так это еще не все. Я тебе когда сказал про мексиканскую, где срирача? Я его хочу вот этим вот еще сделать. Смоки хани. Хабанера, да, это уже с сахаром. А ты уверен, я когда что его такое, натру, да? Оно на гриле-то уже без воды будет его запекать, карамелизировать и создавать ему корочку такую приятную. Шикардос? Ты что, слышишь? Да имея такие специи, я даже не знаю, елки-палки. Елки-палки, елки-палки. 100% для свинины. Сам Бог велел. Тут слушай, есть? Это от этих двух перцев вот такое оно перченое? Да. Обалдеть. Да. С Израиля? Почему с Израиля? Это Вадик передал. Так ты же не таких два добавлял. Ты же добавлял вчера из кармана. Ага. Или ты уже насыпал этих? А? Чуть-чуть. А зачем? Ну, оно должно быть приятно, елки-палки. Оно должно, как хороший коньяк, согревать, разогревать. Не? Рулька сладкая. А это такой прямо аж до самого. Какая рулька сладкая? Ну, это же рулька. Да. Так а что ты говоришь, рулька сладкая, а это? Я думала, что рулька должна быть сладкая. Все, я прерываюсь. Как знаешь, так и делай, Серега. Все, вот заглохни, пожалуйста. Готовим дальше. Хорошо. Ты можешь не трусить телефоном? Просто замри и покажи людям красивый кадр. Давай ёлки, я не буду палки. Тебя спрашивать, что мне делать. Да ты что, смотри, сейчас пчелы слетятся. Как ты там говоришь, заглохни? Я любя. Ну вот. Хотел сказать, помолчи, но ты сама напросилась. Давай я буду снимать, как умею. А умеешь ты таки хорошо. Да, Сереженька. Молодец. Твоя мама. Такую дочку мне подарила. Слышишь? Аж птицы запели. Ёлки ты палки, вот это мы готовим. Так. А мне надо что? Мне понадобится вот этот тазик. И все. Такие. А хотя зачем? У меня же есть другой тазик. Вообще-то я снимаю. А, извини, если я тебе мешаю. Что со своими тазиками? Кать, да я готовлюсь куда выкладывать. Опять выкладывать? Так, это сюда пойдет, это под колбаску. Ну да, а я зачем совывал? Чистый ребенок. Чтобы потом высунуть. Люк, Люк, иди сюда. Иди сюда. Иди, мой хороший мальчик. Ты хороший мальчик. Ты хороший мальчик. Люк. Да-да, Сереженька. А я-то мне не нужна. Все. Занимайся там собачатами. Да, я как делал, так и делаю. Тут. А? Красивая. Песня? Кать, его губами можно будет целовать. Так. Колбаска готова. Ну-ка. Сегодня прям липованское барбекю. А? Так, где второй этот питон? Слышь, я прямо
укротитель какой-то питонов. Тихесенько. А их сколько было? Две. Слышь, на одноклассницу твою похоже. На кобру очковую. Ёлки ты палки. Так, чесночок чищенный. Сюда. А что это в баночке? Мама суп передала. Да ты что? Да. Какая большая молодец. Катерина Михайловна. Благодарю. Теперь сало достаешь? Еще 5 минут. Тяна уже вон. Бач, уже как подварилась. А потом нарезать на такие кусочки. Угу. И в баночку трехлитровую вот так вот. И закрутить? Не обязательно. Можно просто, да? Сольку пересыпал, да, с перчиками, пусть лежит. Достал в любой момент, зачухал его и фунь-фунь, ой. Чеснок. Растительное масло. А я думала, ты его будешь вставлять туда, в дырочки. Кого? Чеснок. Подожди, я это сейчас делаю чесночную пасту, чтобы натирать. А то, что вставлять, у меня вот есть. Да не торопи меня, но вот я такого рода блюда, да не любят этот вот галоп от этого, елки-палки. Я не успеваю за твоими действиями. Ты что? Да тебе не надо за мной успевать, все равно не догонишь. Это уж точно. Идем жужну. Пел себе песню как человек, но все-таки Одесса, Одесса и остается. А она тут на тебе, елки-палки, пришла. Быстро и просто, ребята, вот этим можно что угодно, не знаю, там, там уже самого этого, скажи мне, в Румынии кто живет? Не знаю, Дракула. Вот, даже Дракулу совратить можно. Может, Джилл? Нет, Дракула. Все. Вот этим я буду мазать сверху, но когда оно остынет. Считай, что готово. А для этого сала, кстати, можно уже и выключать, правильно? Давай. Послужила сегодня и горелка, и баллончик. На ура! А вот это я возьму. Чесночок бахну топориком, понимаешь? Чтоб кусочки аж покрупнее были, хрустели. Главное, что ты понимаешь, Сережа. Слушай, скажи мне, мы вот по привозу ходим, угу. Ты у Тани видела ассортимент сала? Угу. У нас тоже, по-моему, есть 3 рецепта сала, если я не ошибаюсь. Когда-то мы готовили. Ой, ты не ошибаешься. Я просто за другое хотел сказать, что вот так вот люди... И готовят. Вот все приходят и удивляются. Мама дорогая, сколько? 100 видов и все разное. Точно так же. Где-то что-то там, где-то немножко это. Понимаешь? Не понимаешь. Люк, тебе пахнет мясом, да, мой хороший? А он один меня понимает сегодня. О, да, конечно. Тебе вечно надо куда-то лететь, ты безинтересно на это все дело смотришь. А я про все на совете с тобою забываю. А я в любовь, как сало, бросаюсь за головой, а ты такой холодный, как айсберг в океане, и все твои печали над темною водой. Я думал, ты мне подпоешь. Эх, Маратик, где ты, елки-палки, сейчас бы спели с тобой вдвоем.
Досталась мне птица непевчая. Эй! Боже мой, что там за принцесса? Невеста! Нет, снежинка! Стоит, смотрит. Сало, наверное, хочет. Миланька? Угу. Да она готовить учится. Все-таки бабушка в гостях, Татьяна Михайловна. Учительница известная за всю Одессу. Сережа. А что? А чего ты? Там сколько же классов, сколько поколений человек? Много. Ну, так и ты говоришь. Вот ты, Николаевна. Стеснительная ты у меня. Вся в маму. Скромная. Так. Ты не забываешь, что само по себе вот это вот жидкое, то, что, в чем оно варилось, оно тоже острое. Понятно. Продолжают крутить дальше. Я ж тебе не помаду гигиеническую создаю. Это шедевр. Не побоюсь этого слова. После кусочка ты только краем глаза посмотрел, и аппетит дурной такой, что надо именно садиться и кушать. А подборчик, оно же холодненькое будет. Ай, Катя. У меня к тебе огромная просьба. Угу. Давай до конца видео ты просто будешь молчать и снимать, как я творю. Договорились. Правильно? Угу. Места не хватает. Перчатки надо мне. Катюшка, она уже моя хорошая. Готова? Да ты что, да. Вот так вот. Скажи мне, тебе надо еще в город сегодня? Угу. Ты привезешь мне перца молотого? Побольше. В магазине? Или на работе? Да хоть сама намоли, елки-палки, ну просто привезешь? Привезу. Хочешь, возьми в ресторане, да. А сколько много? Грамм 300? Ты сколько привезешь? Ну да, грамм 200. Это пусть вот так вот остывает, а я потом продолжу. Это еще не все. Катюня, привезешь мне перец, оно как раз за это время и подсолится, хорошо? Хорошо. А эту соль потом струшивать надо? Да, я ее, конечно, струшу. Все. Это... Ой, боже мой. Все, это остывает. Бардак шикарный. Творческий беспорядок. Елки ты палки. Ты меня не спрашивал, почему я туда не добавил чеснок? А потому что еще не время. Сейчас он фух. Скукожится, раскукожится. Ладно, ехай в Одессу, я буду здесь стоять охранять опять. Это точно кусочек. Надо охранять. Не, ну бомбический, просто бомбический. Оно уже почти такое прохладненькое. Ну, не скажи мне. Мы его долго нагревали, теперь долго оно будет остывать. Чтоб фольги мне хватило теперь. Может, ты вот сразу подумаешь, что тебя привезти надо? И фольгу вези. А может, рубероид вези. Знаешь, что это такое? Нет. Вези. Домкрат знаешь. И домкрат вези. Короче, друзьяки, готовим дальше. Короче, друзьяки, рубероид не привезла, домкрат не привезла. Но зато фольгу и перец таки красиво метнулась. Мама дорогая, ты что его, как это, зубами теребила? Что за фраза метнулась, Сереженька? Съездила. Катя, да тебе любой дальнобойщик позавидует, елки-палки. Ты же за, как это, 5 раз минимум в день в Одессу летаешь. Да. Поэтому метнулась. Больше 100 километров, между прочим, выезжаю.
Ты не поздоровалась доброго уже? Доброго ранку, мы из Украины. Так и да, друзьяки, чтобы вы понимали, что это правда. 7 утра. Я переодел фурик. Короче. Ночь озарила мне больную душу. Я в этом платье лезу к тебе в душу. Но, кричит свинина, не закончил ты со мной. О, Эсмеральда, я хотел лишь быть с тобой, но этот окорок манит лишь меня. Но этот окорок не могу я без тебя. Ой-ой-ой-ой. Катюня! Ой, точно, что ой-ой-ой-ой-ой. Да что ты как это, елки-палки? Ну, огромный. Ну, все время все тебе не то. Ты поняла? А? Как он пахнет, ты понимаешь? Без бульона, а именно такой аромат, что пипец. Эх ты, для этого дела нужна тонкая ручная работа. Ох, сейчас смазка и замазка начнется. Миска есть. Катя, что, кофеек? Да. Слышишь, ты сказала доброго ранку. Ребята, таки да, идем в гости. Что там, хотели люди подвал посмотреть? Лампочка, ты будешь включаться? Ладно, не сегодня. Ты посмотри, какая она красивая. Прямо кабинет директора. Надо этот, будем на барахолку, на барахолке табличку мне найти. И дверь решила. Голова болит. Знаешь, есть такая табличка? Нет, такой не знаю. Такой не знаю. И двери вот эти вот надо кожаные в пупырышку. Или как они так? Пробитые вот такие, поняла? Стучаться будешь. О, я себе тоже колокольчик повешу. Не только ты себе там долбила, когда покупаешь, чтобы... Не, мы тебе рынду повесим, чего ж колокольчик? Катенька, это еще не конец. Друзьяки, спасибо огромное. Серега, Майя Ивановна, да вообще всем тем, кто вот по-доброму к нам отзывается. Ребята, Боже, какая красота, ну какая ж красота. Катюня. И дрофу прилепил. А куда же я без дрофы? Я здесь себе полку сделаю, бокалы поставлю, холодильник потихонечку, и пиво достал, дрофу налил, все. О, ты что-то перепутал, Сережа. Да? Да. Ладно, пусть просто табличка висит. Это рабочая зона. Ага. Ну, шикарный вид. Да. Я это еще не закончил. Старые это... столешницы пригодились. Все, пригодились в хозяйстве. Да, да, да. Хорошо, я ничего не выбрасываю. А это так тебе красиво здесь не делали. А это Витек исполнила, Серега собрал. Короче, золотые люди нас окружают. Ребята, спасибо огромное. А так дверь что... покажи еще, это мне. Кого? Это мне бальзам на душу. Да ешкин ты кот. И вот это тоже Сережа мне бальзам на душу повесил. Красоту такую. А где вторая? Что сняли? Кто? Ну вот, деревянные, подсвечники. Ты дверь хотела посмотреть? Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь. Только она не скрипит. Все мне ясно пока. Стало теперь. Что ты хотела? Говорю, где подсвечник второй? Сколько лет? Да или этот какой? Любой? А, запылились немножко. Ну ничего, потом повесим. С тобой. Тут же еще все в процессе идет. Стройки. Свечи зажгу. Тебя к себе посажу. Свинины кусочек возьму. Чтоб не перепутать, кого жарить надо. Идем, сегодня окорок жарить будем. Люк! Мальчик мой, полюбчик. Не, а он не может, потому что у него еще ступеньки не те, понимаешь? Любчик мой золотой, мой хороший пес. И после смерти мне не говори мальчик красивый. Мой нос козырный, мой. Пошли, Люк, пошли, идем. Так, начинается все дело с перчаток. Короче, я этому Марата хоть пригласил? Уважаемому звонил с утреца. Приедет? Моется, бреется, усики равняет, там брови разлаживает. Все-таки сегодня интересный день намечается. Липованской вкуснятины, да? Едет. Скоро будет. Я пока начну, понимаешь? Угу. Чтоб он уже приехал, отдыхал. Это же люди пишут, что мы на нем вот это вот пашем и пашем, бедняга работает. А сегодня по-другому. Сегодня приедет сразу на дегустацию. Не только дегустация, там еще будет с ним что поделать. Так. Мне такое ночью снилось, ты себе не понимаешь. Хорошо. Надо бабка тебе позвонить. Уже третий раз за видео. Чего молчу? Я не молчу, она смеется, вы не слышите? Доброе утро. Баба Катя? Да. Что там, как дела на привозе?
Людей много. Все, извините, не отвлекаю, потому что у самого тут очередь стоит. Угу. Да шучу я, просто готовим. Все, целую. Ну вот как хорошему человеку не позвонить просто так? Просто так. Ёшкин кот! Ты что, в гостях? Иди, не стесняйся. Ты по своей территории ходишь. Ногами. Я просто хочу показать кусочек подваренного сала в том замечательном саламуре. Катя, ты посмотри на эту шкуру. Она была там мягенькая, а станет еще лучше. Это только начало, понимаешь? Зарождение шедевра. Ты как этот счастливец, или как сказать? Тот человек, который в самом начале все это видит. У истоков творения стоишь. Короче, поняла? Сейчас с утра... Слушай, я вообще балдею и кайфую от этой всей ерунды. Вот это твое хладнокровие... Ты мне вчера сказал, я понял, Боженька, наверное, будешь когда... молчать. Я молчу, у тебя, да? А у тебя с утра сегодня прямо прет не остановить, понимаешь? Да я же ночь молчала, она же во мне скопилась, елки-палки. Понятно. Я понял, там Боженька, когда красоту раздавал, ты в очереди, наверное, стояла за вот этим вот. Зачем? За красоту? За хладнокровием. А. Фу, какой ты омерзительный. Другого слова я не могу сказать. Понимаешь? Ага. Еще и в другой очереди ты постояла там, словно хваталась. Да я же любя. Да не нравится мне вот это твое любя. Еще и с утра пораньше. Давай засосемся с утра пораньше. Со своей свининой засосись. Туй, ладно. Мама едет и говорит, а там пятачок я видела? Я говорю, мама, это нога. Но я все равно там видела пятачок. Короче, она решила, что вот это пятачок. Ну, похоже, кстати. Татьяна Михайловна? Это нога. Это пятачок, только с другой части свинины. Катя, подожди, у меня тут такой процесс головной, что надо подготовиться. Мне сейчас надо бы что-то. Ты меня только не торопи. Вот, раз. Ногу сюда. Сейчас же будет много смазки. Ух ты, елки-палки. Слушай, она точно что потяжелела. Чуть-чуть. С какой стороны лучше начинать мазать? Все же без разницы. Лежать она будет с какой стороны? С вот этой. Раз, потом переверну. Все. Вот это да. Все, есть. Не торопи. Что он там грызет? Да Люк, нашел отвертку. Так может дать ему чесночину, пусть погрызет и почистит заодно мне, а? Иди найди. Мне сейчас... Не надо тебя посмотреть. Чеснок надо. У него же этот. Беда, елки-палки. Такая слабого характера. Чего? Иди, Люк, он тебя достанет. Блин, я, наверное, не смогу. Может, палочку тебе дать? У него там укатился... Мячик, на. Пошел отсюда. Иди ищи. Скажи, дал бы мне понюхать сначала. Ищи. Доброе утро. О, котята проснулись уже. А мы с мамой почти не ложились. Побежала. Ага. Вот Маратик не мог раньше приехать? Говорил, что будет тебе с утра что поделать. А у меня здесь Серега. Я вчера был на рыбалке. Турнир? Да, спина болит, руки болят, мне надо отдыхать. Катюшечка, тут вообще все сейчас будет несложно. Надо просто чесночком нашпиговать вовнутрь, угу. Дырочек наделать. И все, все остальное сверху. И в принципе 6 часов томления в этом маринаде. Сделала свое дело. А сейчас надо только придать ему аромата, не забываем его. И будет файно. Так, а-ля улюй готово. Что? Птички слетаются опять? Ой, я там такую кормушку заказала, Сережа. Серьезно? Да, не знаю, правда. Такая, ай, не буду рассказывать. Красивая? Да. Не знаю, будут ли из нее птички кушать, но красивая.
Так, погнали. Хочешь свининку потыкать? Да нет, я лучше посмотрю. Смотри. Хопача. Слушай, прям масляная, да? Да. О, опять закатил. О, видишь, гавкать научился здесь. На шарик. Мячик. Кать, да он и умел. Ну. Ты же его натаскиваешь там чужой. Слышишь? Что? Аудитория? Подписывайтесь, ставьте лайк, комментируйте, и будет вам счастье. Спасибо, дорогие подписчики, что смотрите нас. Thank you, mother. Thank you, father. Thank you, Dieters. Тебе тоже спасибо. Кто? Thank you. А? Dieters. Как они? Ну, дети. Children. Children. Не добавляется окончание, если что. Залезла. Ого, у тебя тут прям такая дырочка. Ах ты мой родненький. Вот деликатная работа это. Катенька, сделай паузу, солнышко, достань ему то, что он там хочет, а я пока потыкаю. Хорошо. Только как? Чесночки распихал, кувыркнул. Слушай, как там все красиво. И то, и это. А? Знаешь, чего не хватает? Как это? Вмешательство плохического. Магического. Пластического человека. То есть меня. Где? Опача, смотри. А что ты этим шиховать будешь? Катюня? Ты что, мамаситу забыла? Без нее же никуда. Ребята, такой соус, если не понимаете. Говядина, что угодно, короче. Оно его оставляет внутри сочным, классным, красным, вкусным, красивым. Я сейчас сюда вот так вот наляю, всякой тягучий. Он еще вкусный очень. Он очень вкусный. О, продастся. 100%. Просто руки, ты видишь, какие в свинине? Скользкие. А, ты прям чистым? Да? Катюня, я хочу... Это мне надо больше вовнутрь. А почему? Ну, изнутри же тоже надо, чтобы оно все было красивое. Да оно уже и так красивое, по-моему. Согласен. Я буквально по чуть-чуть. Оп. Как хорошо принимают. Тихо. А, смотри. Ничего страшного. В одну дырку вошло, в другое вышло. Оно сделает свое дело потом, когда... На горячую будет мясо расходиться. Хозяйка пошла, закрыла шкаф. Блин. Красиво. Гриль запачкал. Как вспомните прививки в школе? Аж мама дорогая. Ты не боялась, не? Меня не прививали. Серьезно? Да. Не, а я ходил как. Как, или меня водили, я не помню. Чисто надувается. Со всех сторон. Слышишь? Там выставок никаких в Одессе сейчас не происходит. Там, мне кажется, с этой ногой не стыдно и появиться на какую-то, на какой-то фестиваль. Так, теперь сюда. Перчик. Черный, мною привезенный. О! Перчик. Мною перебитый чеснок. Мы что, мериться этими будем? Достижениями или что? Спаси, Господи. Сикая красота, а? Слышишь? Не хочешь принять такого ложечку? Такого ложечку с утра навернул. Для здоровья. А что, мама делала лимоны. И неделю свободен. Чеснок. Что-то еще, не знаю что. И каждое утро натощак. Для здоровья. Вот такое вот? Ну, я тебе говорю, чеснок, лимоны и что-то было еще. А, так я понял, что ты не прививалась.
У вас там совсем другие прививки были. Ну что, давай для красоты что-то покрупнее дадим, да? Ого, Сереж, немного. Кать, таки нога не маленькая. А жидкости? А вот тот сладкий соус будешь добавлять? Чили? Угу. Не хотел. Будь здорова, правда. Спасибо. Не хотел и полез добавлять. Так, и где-то у меня был соевый соус. Вот это смазка, вот это смазка. Так, любовь моя, готова. Ну все, сейчас будем втирательством заниматься. Плотненько и хорошенечко. А я даже не знаю, давай вот так вот. А как ты думаешь, какая часть самая вкусная будет? Здесь? Угу. Не знаю, мне все нравится. Я у поваров на кухне. Сначала ты меня за чесноком отправил, взяла. Угу. Потом ты меня за перцем отправил, взяла. Они мне говорят, когда же ты уже приедешь и эту ногу нам привезешь? Сегодня, ребята, я же в начале видео сказал, что это будет двухдневное. Он говорит, мы претендуем на буженинку. Угу. Что это прямо сегодня? Смотри, человек играет. Индийский сериал. Что? А бусами обвесилась. Крышками? Да. От баночек? Молодец. Хозяюшка моя. А я ей коробочку дала. Как она вчера с тобой песни пела. Да, это умеет. Мой ребенок, сразу видно. Говорить не умеет, но песни поет. Ест она тоже в тебя, Сереженька. Слава Богу. Рыбу любит. Мясо любит. Так, тихонько, пожалуйста. О, ну чем не поросенок? Ну посмотри. Мама, ну да. Мама такие через окно хорошо увидела. Слышишь? А. Вот сюда маслинку вставить. Так вот она тебе вот же, да. Рот, вот тебе пятак. Хорошо. Угу. Татьяна Михайловна, для вас готовлю морду порося. Там Таня звонила. Какая? Наша Танюша. И что? Блондинка. Да, 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 да. Говорит, что она уже готова испечь тортик из печени. Ягненочек у нее есть маленький. Или вернулась? Ягненочек, не знаю, да. Короче, в гости мы ее должны ждать. А, вертел я еще не привез. Ну так я привезу и пусть приезжает. С сырым, да? Кого? Этого ягненочка, поросеночка. Ну, целиком на вертеле? Да, конечно, он маленький, молочный, конечно. Такой. Такая, как в том Макдональдсе привозили? Да. Это же вкуснятина такая, что пипец. Танюша знает места. А птицы поют с утра. Вот красота. Катя, это на такой аромат. Слушай, я думаю, скоро вот и орлы слетятся. Кусочек попробовать, а? Попробуй, попробуй. Думаешь, вот это макнуть сюда, да? Угу. Можно уже кушать. Холодным? Это вкусно. Да подожди, это же не карпаччо, ёшкин ты кот. Дай её ещё доготовить надо. Если смотри, мы на гриле вчера медленно, ой, на гриле, в казане медленно томили, то на гриле я планирую еще медленнее. Вот сейчас поставим и вечером... Выключим. Выключим. Так что-то американцы, они по 2-3 дня, короче, там в своих барбекюшницах мясо живет. Так, везде перелохматил. Угу. В каждую дырочку залез. Там я тут, в принципе, уже не обязательно. Сейчас соус разогреется и... Какой соус? Ну вот чем мы перемазываем. Сейчас разогреется, мясо расширится, и оно начнет туда потихонечку добираться. Хорошо, дальше у тебя что по плану? Все, вставить в гриль и ждать Марата. Хорошо я придумал? Прекрасно. Я тебе говорил, что видео такое быстрое, не успеешь начать, уже кончишь. Все.
Так, а тебе так, люди так, комментарии так. писали, Фольга. Что ты сов ровно не втыкнул. Что? Люди писали комментарии, что ты сов ровно не втыкнул. А что, я не отвечал на этот комментарий? Ребята, да я уже раз пять их перетыкивал. Я понял, это огород кривой, я здесь ни при чем. Все нормально. Так он и пионы криво посадил, походу. Я тебе говорю, огород кривой. А она мне, перестань, Катюня, у меня дилемма. Что? Как теперь все это красиво здесь завернуть? Раздвигать стол надо. Ты не знаешь как? Какой стол раздвигать? Нет, мне надо сейчас фольгой сделать место. Так ты возьми фольгу вот сюда в казан. Раз слой, два слой, три слой. Потом туда кусок мяса и так чпок, завернул и готово. О, голова! Ну, главное, чтобы фольги хватило. Точно. Вот как было? Как, ну вот ты такой точно. Сделай цветочек. О, видишь? Все, я тебя понял. Следующий слой. Все. Да хватит уже. Бабкать, да я быстро, не отвлекайтесь. Вот все, что я говорил там про мою Катюню, беру слова обратно. Ох, голова. Дай бог каждому. Вы там что, все Катя такие? Умные. В большей степени да. Ты даже можешь их покороче делать. Зачем такие длинные? Мне же заворачивать надо будет еще и сверху. Ну, так чтобы тебе хватило, может... А, ну потом тяжело будет варить. Ну, если не хватит, мы сейчас тормознем нашу съемку. Ага. И пока глубокоуважаемый добирается, я ему скажу, Маратик... Метнись за фольгой. Метнись на привоз. Он мне скажет, что там надо? Рыба, мясо? Шоколада. Овощи, специи? Я говорю, нет. Фольга. Сегодня не угадал. Фольга. Гляди, якесь риже прийшло. Люк чужой. Люк, там чужой кот. Понятно. Катя, що у тебя там опять в зоопарке происходит? Кот прийшов какой-то. Та пусть ходит здесь, это територія общая. Что-то лежит там у нас. Ну ничего, это ти себе думаєш, що у нас. У них все общее. О, смотри, интересно, увидит его или нет? Хотя ему що, кот? Люк, там кот. А ну дай мяч. Дай мячик. Что коту, что собаке все равно. Ты прям там, как это, стелишь лучше, чем постель нам. Все? Блин, а если снять сейчас? Это ж трафарет какой получится, сферический. Так. А зачем фольга? Фольги хватило, пергамента не хватило. А зачем он? Ну, пергамента... Пергамент? Да, чтоб не прилипало. Ладно, пергамента. Вот я тебя вчера за всем послал, а за пергаментом не послал. Ладно, вот так вот. Сколько тогда хватит? А, отлично. Где у нее выемка? Все правильно. В правильном месте. И пергамента хватило. И все, все, все. Так, подожди, эту ж волшебную подливу надо все обратно вернуть. Катюня, а я в рынду сегодня дал? Не знаю, Сережа. Так, чтобы не забыть, я еще раз дам. Ребята, почти закончили. Так. Извини, сегодня не пицца будет. Но камень пригодится. Все, и сразу на минимум.
А, кусочка не хватило, но ничего. Как я хорошо с фольгой придумала. Ты, Катюша, ты молодец. Голова у тебя из правильного места растет. И смеется лучше всех, и думает, дай бог каждому. Какая прелесть это ваша нога. Так. Наоборот, клади ее, наверное, нет? Нет, вот так вот, все. Вот дальше уже не подсказывай, про как это, маэстро на базе, поняла? Так, ты, короче, играй. Все, 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 что играться? Мне тут, что хочешь, то и делай. Друзьяки, ждем таки Марата. Что вы нам были здоровы. Эх, Митр, ты мой хороший, вот же ж чудо-то какое, боже мой. Придумали. Все, гриль отслужил сегодня. На ура. Аромат такой. Скажи мне, что ты там? Разглядываю. Чайник? Закипает. Я тебе такой чай заварю, что ты обалдеешь. Ты что? Катюня? Что, Сережа? Смотри, тебе видно? Сделай так, ладно, иди сюда. Чтобы было телезрителям видно. Давай, введу в курс события. Все-таки уже полдня прошло. Короче, друзьяки, я его поставил на минималках. Через часа полтора я всунул в него Митр. Да, вот эту вот штуку умную. Он начал телеликать спустя... Сколько время? Как тут сейчас посмотреть? Разберемся. Там есть аналитика. Показало 67 градусов. Он попросил меня выключить. Я его выключил. И вот потихонечку дошло. Даже 72 уже этот. Уже больше. Вот статистика приготовления. Время 4 часа 12 плюс полтора сколько? Итого почти 6 часов. 6 часов там. Смотри, Катюша. Видишь? А что это? Верхняя, внутренняя, наружная температуры. Как это все шло? А что, упало там чуть-чуть? Ты открывал? Ну я где-то потом уже серединку включал, потом отключал. Короче, игрался. Игрался, да. Так мы все, достаем уже? Митр, вещь просто... Да, да, все, гриль я уже потушил. Ох, так у тебя тут подтекает. Катюня, даже. Это не у меня, а у этой ноги. Да ты шо, сок такой? Обалдеть можно, смотри. Угу. Вот это... Перчатки тебе в помощь. Да. Родненький. О, запел. Ну все, он показал, что я его достал. Выключился. Все. Спасибо огромное. А ты не будешь его вещь еще под открытым этим... Гонять? Да. Да я не думаю. Ну, давай. А тут такое-то еще. Посмотрим. Ты еще покоптить положишь. Катюша, я думаю, что тут уже полный шикардос. А, ребята. Дай срочную новость скажу за Марата. Ага. Не приехал родненький, объясню почему. Света заболела. Да, что-то там стало ей плохо, температура, все полилось, короче, и Марат принял решение. Ну, мужик, потому что побрился, да, там усики подровнял, брови расчесал и остался дома. Так что, Светик, поправляйся поскорее, а мы тебе кусочек лечебной ляжки завезем. Катюша, ты посмотри, сколько там сока, и он до сих пор бурлит. Камень тоже, конечно, делает свое дело. Он как жаронакопитель. Я бы сказала, что это жир. А может и сок. Смотри. Это и жир, и... А ну еще раз. Потыкать? Смотри, косточка. Катя, горячая, подожди. Ну, конечно, Катя. Как чуть так Катя сразу же. Ты понимаешь? Ну, в принципе, я не гоняю здесь за хрустящей корочкой. Я просто хотел, чтобы это все дело пропеклось огромным куском до правильного состояния. Катюня, говорю, оно горячее. Тебе нужна косточка? Вот на, маме отнеси. А, этот пятачок, как она просила. Ну, еще кусочек мяса там в придачу. Смотри, Катюня.
Сухая, обалдеть. Что? Сухая, говорю. Ну, Костя галилась-то сухая. А внутри ее сухой не назовешь. Ты что, это не мясо, а шедевр? Ладно, пусть отдыхает. Но ты же знаешь, что вот это едят в холодном состоянии? Нет. Кать, я бы как-то это буженина высочайшего класса. Хорошо, высочайшего. А дай мне вилочку. Да ты что? Я хочу вот этот кусочек попробовать. Тогда же я тебе тогда врежу. А пока оно будет отдыхать, мы сейчас быстренько покончим с этим салом. Потому Господи. Что там готовить вообще. Еще и сало у нас. Ага. Я вот смотрю на этот пар, на этот шедевр. Ты меня о чем-то просила? У меня отшибло. Что? Вилочки дать. А, вилочку. Точно. Вилочка одна, вилочка вторая. Слышишь? Я не знаю. Так, давай вот этим вот. Ножичком. Какой ты хочешь кусочек? А вот тут у тебя красивая вот яблочко вывалилась, да? Это мне не надо. Ладно. Вот это почисти все. Ага. Прямо почистить? Ну, зачем? Кать, это его губами можно чистить. Нет, я не хочу чистить губами. Так. Свеж сок потек. Сочная. Ну, сочнее не придумаешь. Красиво, Сереж. Я ж тебе сказал, что ты стоишь у истоков создания шедевра. Ай, Марат как посмотрит видео, Света быстренько выздоровеет. И вообще все Светы не вздумайте нам болеть. Так что смотрите видео, и будет вам счастье. Смотри, мне какой-то особенный кусочек достался. Видишь, какая-то качалочка прям. Так это и есть. Это голяшка, только свиная. То, что ты любишь больше всего в говядине и Марат. На, родненькая, первый дегустасьон твой. Спасибо. Давай, любовь моя. О. Ты слышишь? О, потекло туда у тебя вниз. Ты балда, потому что. Ага. Йохами бабай. Бегом спасай. А что, что кусок страшно? Вывалился. А. Не, оно стекает в тазик. Просто у тазика сейчас тоже может быть этот. Там же есть емкость, жироуловитель. Вот Катюша с твоими шедеврами. Я же его вообще не мою, а теперь придется. Тю, ё-моё. Что тебе, дать тазик? Нет, там есть этот специальный. А ну-ка, баллончик подвинься. А, все нормально, смотри. Ну, а я переживал. Хочешь, чтобы я смотрела? Вот. О, успели. Вот все, что получилось, видишь? Опа. Это то, что лишнее. Угу. Опача. Извини, отбой мыть не буду. Чистюля ты мой. Это ж продумано до нас. Ребята, кому интересно, Катя, сними контакты. Может, кому гриль случайно надо. Да там помимо гриля целая куча всего. Всевозможные аксессуары. Гаджеты. Подарки мужчинам на любое мероприятие. Мама дорогая. Як тебе не любити. Сникерс, ты наш. Все, постой. Ну, сальцо, твой выход. Чеснок есть. Митр, ты на самом деле бесподобен. Ты что, кто придумал, до сих пор не помню. Немцы, эх ты. Не только Мерседеса не умею делать. Еще вот такие замечательные, умные, удивительные градусники. Катюня. Нормально будет грохотать. Вот я сейчас на вот это вот сало. Весь чесночок. А чего ты не сербом своим или чем-то там раньше? Чпок-чпок. Да я же хотел пасту сделать. Да могу и сербом. За сербом бежать надо. Здесь тоже есть. Любой топорик подойдет с широкой плоскостью. Ну, так это же совсем другое дело. Все. Здесь чесночок нужен крупный. Такой, чтобы по зубам было, что почувствовать. Поняла? Угу. Будем перемазывать, делать сало, как у Тани на привозе. Чтоб с прилавка свисало. Ты так говоришь? Да.
Скажи мне. Что? А концовку мы, когда оно остынет, завтра снимем? Или уже все? Я думаю, что можно не снимать. Можно уже деребанить. Я, короче, сейчас пока салом закончу. Я думаю, что она там немножечко подостынет, и мы его разденем по полной программе. Посмотрим, что там внутри получилось. Ты давай это там, список доставай, кто в очереди стоял. На попробовать. Всем. Договорились. А люди приходят в ресторан и говорят, ребята, где вот тот окорок? Давайте, уже потеплело. Не, а первым делом спрашивают, а вы и там в Гросс-Лебенталь ресторан открыли? Нет, не открыли. Но ничего не остается, ребята, чтобы вы понимали. Все время что-то раздаем, кого-то угощаем, что-то сами едим. А, и говорят, давайте уже готовьте там в ресторане что-то на вертеле. Уже соскучились. О! Что? Бронируют, наверное. Да? Давай. О, чесночка, богато получилось. Так я же хотел здесь пасту сделать, а потом натирать. Ну, я хотел, я и сделаю. Ты снимаешь? Снимай внимательно, Катюня, чтобы ничего не профукать. Это называется, мы не ищем легких путей. Да я тебя умоляю, никогда не искали, поэтому... Да... Мне кажется, что даже если искать и будешь, то все равно не получится. Нет-нет, да поднатужиться надо. Шикардос, что? Солька уже пойдет буквально для вкуса, потому что то я все сниму. Так, перчик. Обязательно, родненький, куда ж без тебя. Хватит. Вот это паста, ложка. Так это что же чеснок? Правильно, это будет связующая составляющая. Катюня, и потом такое сало, ребята. Пленочку пищевую, хочешь в морозилку, если оно тебе совсем не надо. А если надо, просто в холодильничек достал себе. Ой, под что угодно. Съел кусочек и будь здоров. И хорошее настроение, ох ты. Ну что, скажи мне, вот такая замазка на привозе, вот вспоминай. Не, у них там еще красный перец такой, чуть продолбленный. Я тебе еще раз розовый. Напомню то, что я говорил. Там 100 видов сала, все разное. Где-то чуть больше паприки, где-то... Ну ты меня спросил, я тебе ответил. А ты уже начинаешь вот это вот тут изгаляться. Чтоб ты была здорова. Розовый перчик такой, наполовинку покоцанный, понимаешь? Свежий? Да. Какой свежий? Шарики такие, я не знаю, какой это. Свежий? Нет, это не то. Не добавить? Нет. Я же хотел. Да нет. Но это, если ты хочешь как на привозе, то нет. Вообще делай свое липованское. И не повторяй за привозом. Чайник мой закипел. Срочно ты бросаю все дела. Шушо? Напугал, говорю. Чего? Такие глаза высорочил. Я думала, что там какой-то орангутанг стоит. Или, может, какой-то молодой, красивый, в голубых плавках? В голубых? Ты успокойся, елки-палки. Так, чай мы купили на Киевском? У Леши. Леша? 100 гривен пакетик. Алексей, благодарочка. Липа-липная. Ты такая полезная, Катюня. А шуршит когда? Да ты что, по-настоящему? Ты хочешь что, два чайника из этого всего кулечка заварить? Вот так вот. Хотя тут такой чайник, что ой-ой-ой. Так и липы немало. Ну шо, а? 22-й год. Ну такое себе. Слушай, вот шедевр, да? Кофе варит, чай варит. Что мы тут? Там и хинкали на этой печке. Славик, спасибо огромное. Редненький. Ты творишь шедевры. Слушай, хочешь я сейчас... да вообще всем покажу, как чайник хороший отличается. Как? Самое сложное у чайника не наполировать его, вот чтобы с носика не капать, понимаешь? Сделать вот такое вот, я не знаю, что-то, инженерное строение. Посмотри.
Поняла? Угу. Самое западлистое у чайников, что ты налил, бац, и скатерть идешь стирать. Но это не про наш чайничек. Аромат какой липовый, елки. Катюня, ты обалдеешь. Я аж через крышку уже переливаю, но я тороплюсь. Слушаешь? Ребята, ловите по аромату, липа настоящая. Ух ты шо, все, подышали и хватит. Блин, ну как он блестит, это, конечно, я в шоке. Катюня, обалдеть можно. Такой чайник по-любому должен дома быть. Да. Холодный, зимний, скучные вечера. Ты берешь что-нибудь и да. гоняешь. Что вот это ты сейчас показал? Гоняешь чайник. Угу. По носику туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Ла-ла-ла. Там парит, здесь... Это липа там? Да, семена раскрываются. Так. Чашка есть, это есть. В принципе, Катюша, если ты говоришь по-липовански, то Маша, вся липованская кухня заключается в том, что она простая и без всяких наворотов. У меня есть целая куча специй. На любой вкус выбор и что еще-нибудь капельку мог бы я добавить, но не в этот раз. Так что будем делать самое простое и самое вкусное сало. Все, липованчик сполоснулся. Фу-у-у! Блин, колбаска. Серега уже попробовал. Говорит, ты шо? Да не бывает так вкусно. Понимаешь, что он в саламуре поварилось? А я же хочу ее на гриле немножко довести до путя. Так то вообще будет шедевр. То будет отдельным видео. По-любому. И так хватит. Слышь, я думаю, сегодня мы на рекорд идем. Часа два, еще не было ни одного видео у нас на канале. Да не смейся, Болливуд тоже так начинал. Ага. Джанни Радари, Джанни Бугетти. А потом Джимми, Джимми, а-ча-ча. Джимми, Джимми, а-ча-ча. Хиро-зино-зиной, 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 хиро. Дети, простите, все нормально с вашим папой. Даже я сомневаюсь уже. Вот таки не надо. Попрошу не путать хорошее настроение с плохим воспитанием. Ты это будешь сейчас чищать? Да, 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 да. Все, оно не надо. Оно там, что надо было уже... Ты уверен? Катя, если бы я не был уверен, так я вообще бы канал бы не заводил. А, теперь только чеснок? Все, да. Понятно. Оно же у нас... Я же тебе не просто говорю, что его можно губами кушать. Посмотри, я просто не хочу сильно тыкать. Сейчас вот это я сниму. Угу. Вот тем затру. Угу. В пленку пищевую заверну. Угу. И отправлю в холодильник. Марат придет, будем пробовать. И в любой... Да, 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 да. И в любой момент, когда ты захочешь, чтоб я чем-то тебя удивил, ну, я иду, делая вид, будто бы не подозревая ничего, в холодильник. В морозильник. Да не обязательно в морозильник. Слушай, смотри. Куда смотри? Кусочек маме? Конечно, мама с удовольствием будет. Да я с тобой не советуюсь, я тебе говорю, что кусочек маме, угу. кусочек Марату, кусочек у нас останется, и кусочек отвезем ребятам на работу. Угу. Ну, за работу я не обещаю, потому что я могу кого-то встретить и просто так отдать. Так что... Может, баб Кате завести, а? За то, что я постоянно от работы отвлекаю. Звоню уже с утра до вечера. Артема надо угостить. Да кого угодно. Вижу, ты не поддержишь меня. В чем? Пока ты там стоишь. Я думал два кусочка сейчас взять, ага. перемазать вот так вот, ага. аккуратненько. И пока Дениска уехал в командировку и не забрал этого шизика, поставить сверху и дать копоти. Сережа, я уже устала от твоей Все, фантазии. Мне кажется, что она никогда у тебя не... Ну, это, конечно, хорошо, но я не удивлюсь, не что... Все, 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 достаточно уже с салом, со свининой, мы уже с тобой... Покончено? Покончено. Ребята, вы понимаете? Угу. Это те, кто пишут, что липованчики, куда вы пропали, почему видео так редко снимаете. Мои вы хорошие, я для вас зато днем и ночью. Но, походу, я один только. Не, ну зачем? Ну ничего, один в поле воин, так что... Все будет хорошо. А если его туда поставить, то оно копченым станет? Да, конечно же.
Это же смокер. Может, завтра и поставим. Поживем, увидим. Тогда поехали завтра по-нормальному с утра. Делаем обзор базара. Покупаем свежее сало. Зачем? Ты же сказал это. Да может, я уже это кому-то раздам. Так, все, Кать, хорош. Давай молча поснимаем. Уже самому надоело. Джимми, Джимми, давай лучше тебя спою. А-ча-а-ча. Джимми, Джимми. А-ча-а-ча. На-на-на-на-на-най. А я забыл дальше слова. А я их в детстве помнил, ну, слушай. Все нормально получается. Двухсерийный. Не ходили переживай. В кинотеатр. А мы еще маленькие были. Не всегда получилось ходить. Но зато мы стояли с той стороны двери. И так слышно было, как они песни эти поют. Ой, полный зал собирали раньше эти фильмы. А на Фантомаса, я помню, елки-палки. Люди стояли, а остальные у них на голове сидели. Короче, все, ступеньки были забиты. Сидячие места. Вот все, что можно было, все впихивалось. Сейчас я даже не знаю, в Киле работает этот кинотеатр. Возле меня недалеко там. Все, девочка моя. А ты не там будешь его мазать? Не в этой мисочке? Не, в этой. Так, тихо. Слушай, как хорошо гастроемкость в доме пригодилась. Просто обалдеть. Без нее уже никудой. Не-ни. Вообще. А, подожди, я ж чашку наполировал. Ты что? Смотри, до какого состояния. Кать. Английская чашка в Англии таких чистых не бывает. А что ты думаешь со времен королев? Это такими слоями. Боже мой. Что за цвет? Что за цвет? Это же цветочек. Ё-моё. Да это жидкое золото, ребята. Кадя. Шедевр. Фу, слышишь? Так под такой чай не один шматочек сала можно влупить. Согласна? О, сейчас бы пирожков вот этих с барахолочки бы, а? Я понял, я поступлю сейчас по-другому. Я сейчас врежу это сальцо, смотри, и сделаем несколько кусочков. Кать, ну это уже... Это шедевр. Кать, мне кажется, у тебя там что-то происходит внутри тебя. Кать. Когда я говорю Катюня, угу. Я спокоен. Угу. Когда я говорю Катя, во мне бурлят чрезмерные эмоции. Да? Как это? Ну, взрослею я или что? Или как это называется? Не знаю. Главное, чтобы не старею. Или там, я офигею, Катенька, от вас, моя хорошая. Так. Елду это сюда. Там наши подписчики спорят. Кому из нас больше повезло, тебе или мне, друг с другом? Никак не могут консенсус найти. Ребята, все хорошо. Это совместное счастье. Чего я вам желаю? Чтобы вот всем Боженька посылал вот такую пару, чтобы друг дружку дополняли. Потому что там, где я много говорю, Катя думает. Когда она замолкает, я начинаю петь. Вот так вот и живем. Ага. А там, где Катя много думает? Сережка много танцует. Я мечтаю о рыбалке с Маратом наедине. Слушай, мы с тобой так долго видео снимаем, что тот крокус, который вчера только вылупился, он сегодня уже открылся и опять закрылся. И рядом еще один вырос. Иди покажи его, пока я тут перемажу все это дело. О, ничего себе. А-ча-а-ча. Джимми, Джимми. А-ча-а-ча. Та ты шо? Маратик, родненький. Я ж тебе хотел песню полезную спеть. Свете включишь ее. Шаланды полные кефали, в Одессу Костя приводил, и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море и не только, Марат на солнышке лежит, и аккуратно потихоньку он в свете что-то теребит.
пац, пац, пац. Поправляйтесь, родненькие, поскорее. Каштан над городом цветет, наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Вот я снайпер, слушай, почти хватило все. Же? Да, хватило этого втирательства. Вот этот самый толстенький, самый красивенький, этот маме, пожалуйста. Хорошо, договорились. Все для мамы. Только он меньше всех перемазанный, да? Катя, да тут уже оно ж падает. А может, оно полежать должно? Слушай, я вот только сейчас подумал. Я хотел, конечно, уже людям показать до путя. Ребята, а что, вон пленка пищевая есть. Положили, вот так вот два раза завернули. И все. Я отправляю на самом деле. Пусть оно немножко если полежит, помаринуется. Хорошо, пусть наша полежит, помаринуется. Но в пленке оно также будет мариноваться. Ну хорошо, я вижу по глазам, ты вот так что вот пусть не полежит. Ты вот так вот шкурки, а вот этим вот беленьким к бель. О, молодец. Катюша, переверни этот кусочек. Вот девочка моя, умничка. А что со шкуркой у тебя не ничего, то? Ничего, просто ты что? Шкурка сама по себе вкусная, вот там вот пусть промаринуется. Ёханый бабай. Ладно. Скажи мне, что надоело тебе сегодня видео снимать? Два дня подряд одно и то же. Вообще, мне, по-моему... Хочешь сменить картинку? Ни одного такого длинного не было. Как у меня? Да. Ау! Ау, ау, ау! Чака-чака-чака-чака. Как там? Секшн. Сатисфэкшн. А тебя, по-моему, прет. Ага. Да? Да. О, вот так. Погода уже хорошая. Замечательно. Он сегодня накопался там в огороде. Великолепно. Вдоволь. Катя, тебя пока не было, смотри. Ты же уезжала. Да, вот ты сейчас построил. Стоишь, тебе ничего по ноге не спотыкается? Тут плитки были кривые? Ага. Я пошел Костику соседу, попросил песочка. Поднял. Поколупал, распер. Так скоро в плиточники пойдешь. О, не сегодня. Смотри, клубничку, видишь? Угу. Редки вздыбились. А-а-а. Удобрил. Клумбу альпийскую засадил. Так, что даже альпийцы не знают, что так можно было. Теперь надо ждать, пока прорастет. Майя Ивановна, вы видите, что он вытворяет? Кудесник, елки-палки. Катя, я этого всю жизнь ждал, чтоб Боженька послал мне огород. Я ж тебе еще раз говорю, я ж в Одессу-то с огорода попал. Поштевала меня родненькая по ресторанам, по квартирам. И по к этим, земле прибило. По этим голубятникам, елки-палки. Ой, вышел, ну, не жалуйся, зашел. Пожалуйста. Вышел, зашел. Катюша, только мое воспитание вот все эти года держало во мне вот этот вот тон. Хороший. На самом деле мне было неуютно. Ну, у нас же с тобой честные отношения. Ты сам с собой? Я же могу сейчас уже вывалить потихонечку. Да вываливай. Так у меня там поднакопилось, я сейчас так вывалю, что обалдеешь. Вот то большое, то шучу, я шучу. На, ячейка бахни. С колбаской. А я пока уже, потому что, Катюша, ну, сказать людям до свидания, до скорой встречи проще всего. И не показать полноценно вот эту липованскую ляжку будет просто бесчеловечно. Бесчеловечно. Я хотел там другие слова сказать какие-то, где ножик у меня просто не хватает рук. Я вижу, что ты уже опять торопишься. Куда там сегодня? Что там? Плавание, фигурное катание, английский, клубника. Что у вас там вообще у детей происходит? Я пойду на курсы ораторского искусства. Давно пора, а то мне уже с тобой скучновато становится. Вот, вот. Чтоб тебе не уступать, Сереженька. А? Смотри, Наполеончик. А, ты хочешь вырезать такой кусок? Да я хочу людям показать, что из этого получилось. Тут скажут, опять не доготовил. Или что-то там, короче, напридумывал. Или переготовил, да. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, куда тебя? Так, в этом месте врезали этот кусочек. А ты прям хочешь из разных мест подоставать? Да. Блин, ну шкура, вот сейчас бы Марат бы как натянулся, я тебе говорю на вот это вот счастье. А ты хочешь? Ты посмотри, быть Маратом? Не, пусть один будет у нас такой. Давай. Мне больше нравится готовить. Я еще раз напоминаю, это надо кушать холодным. Ой, будь здорова, правда. Спасибо. Санечка, родненький, ты мой... Приезжай на новый. Братишка, спасибо за этот шедевр, что ты подогнал. Я его таки не испортил.
а сделал из него песню. Катенька. Тебе нравится? Вот это я сейчас показываю, ну, вот только людям, понимаешь? А на самом деле, пусть оно стоит, остывает, весь обратно этот сок в него сосется, и тогда в холодном виде. На красивой тарелочке, через один, с тем кусочком сала, хлебушек до греночки довести. Горчичку. Рядом горчичка, не обязательно, потому что маринада хватает. Ой, тарелочку замечательного борща. Ребята, я сейчас упаду в обморок от всей души с хорошим настроением для вас. Пел и танцевал два дня подряд Одесский Липован. Что ты сказала? Три дня подряд. А третий-то когда? А, когда мы... Зато еще что с ним, не переживай. Конечно. Всем пока-пока. Чао. Катюша, и шо? Я, если честно, сам кайфанул. Ну попробуй, кусочек. Да пробуй, я знаю, что это бесподобно вкусно. Меня красота. Ты посмотри. Меня красота это впечатляет. Так и хочется. Ёлки-палки. Серёж, ну зачем ты его полосуешь все? Я хочу тебе показать. А ну-ка, нырни в расщелину. Ой-ой-ой. Это лучшая буженина, что видел твой рот. Вот век на лодке не кататься. Понимаешь? Красивая. Будешь завидовать. Кому? Самой себе? Да нет. Выдумать. Хочу тебя сегодня выдумать, чтоб самому себе завидовать. Ты что думаешь, я шутил про Испанию? Подписчиков там много, я думаю, что кому-то я пригожусь. Ты посмотри, как я умею, елки-палки. Какими слайсами. А ты что думаешь, а ты мне уже не так нужен? Так это забор, ё-моё. А усы какие замечательные. О, как у Марата. Слышь, ты Марата Седова знаешь? Смотри поаккуратнее. Тебе? Ага. Это нужен еще. Никуда не едет опять. Испания. Аливерды. Буна доминация, или как там по-испански будет?